Как здорово, что настало время обеда! Ага, я уже успела нагулять аппетит. Вау, смотрите! Чтобы приготовить наши любимые вкусняшки, нужно выбрать жвачку розового, желтого или оранжевого цвета. Я хочу капкейк, поэтому возьму жвачку из этого автомата. Посмотрим, как она превратится в потрясающий капкейк. Ого, это было круто и быстро! И аромат обалденный! Я тоже хочу капкейк, только не один, а целых 10. Посмотрим. Да, получилось. Ничего себе, аж слюнки текут. А зачем останавливаться на 10 капкейках, если можно приготовить целых 100? Гениально! Ой-ой-ой, кажется, ошибочка вышла. Мамочки! Вау, мы попали в новый челлендж! Ну что ж, погнали смотреть! Ого! Как необычно и интересно! Теперь у каждой из нас есть своя порция жвачки. Да, и чтобы ее получить, нужно отсканировать свое лицо. Ну ладно, давайте попробуем. Ура, у меня получилось! Вот она, аппетитная жвачка. Попробуем. Какая вкусная! Хочу еще одну. Вот только на клоуна я совсем не похожа. Ошибка? Но как же мне получить жвачку? Надо подумать. О, придумала! Ну, как вам? Теперь я сойду за клоуна. Ура, получилось! Как много жвачки! Она мне нужна, чтобы надуть огромный пузырь. Какой крутой получился! Хочу таких целых 10. И сейчас я это быстренько реализую. Ничего себе, как здорово! Шарики получаются обалденно красивыми! А то! А мне кажется, самое время их хлопнуть! Вот это будет обалденно! Класс! Да ладно тебе, не плачь, еще надуем! Вот только мне досталась всего одна жвачка. Погодите. Тут сказано, что это не обычная, а суперская жвачка. Интересно, что бы это значило? Отпечаток пальца подошел. Теперь попробуем. Интересно, какой из нее суперпузырь получится? Ого! Ну ты даешь, Ханна! Ой! Вот это ты нас повеселила! Да ладно, я же шучу, а ты обижаешься! Какая гадость! Ох, девчонки, не надоело вам ругаться? Ну ладно, все уже попробовали свои жвачки, теперь моя очередь! Выбираем вкус банана и клубники! О, да, это мое самое любимое сочетание! Аромат восхитительный! Вкусняшка! А как насчет арбузика? О, нет! Автомат сломался! А ну, прекращай капризничать! Давай сюда мои жвачки! Ну же, делись! Ой! Поймала! Спасибо, Кейт! Я с удовольствием съем эту арбузную жвачку! Вау, класс! Эй, руки прочь, девчонки! Вы уже свои жвачки съели, дайте мне насладиться! Раз так, вы сейчас познаете мощь моего автомата! Поберегись! О, нет, нет, пожалуйста! Хватит! Стой, Ханна! Да их же можно ловить! Вот это уже круто! И правда! Ням-ням-ням! Ха-ха-ха! Стойте! Как же так? И это все? Ну вот! Это мои жвачки, не трогать! Интересно, что нас ждет на этот раз?
меня всего одно колечко. Очень жалко. А у меня их 10. Ура, ура, ура! Девчонки, вы не поверите, мне досталась целая миска. А какой сладкий аромат! Какие же они классные! Согласна. Простите, девочки, но я больше не могу ждать. Очень хочется их попробовать. Знаете что? У меня есть идея, как сделать их вкуснее. Нужно добавить молока. Вот только мне лень вставать со стула, поэтому я воспользуюсь порталом. Так, где там молоко? О, нащупала! В книге рецептов сказано... А куда подевалось молоко? Ну что ж, заливаем. И наслаждаемся восхитительным вкусом. Другое дело. Думаешь, молоко правда хорошая мысль? Ну что ж, надо попробовать. Вот только одной бутылки мне будет маловато. Пожалуй, клонирую бутылку, чтобы его стало в 10 раз больше. Ух, как же это прикольно! Да. Теперь мое молоко никогда не закончится. Его хватит на все мои колечки. Спасибо. Но для полного кайфа не хватает сладких сиропов. Я приготовлю молоко со всеми своими любимыми вкусами. Не терпится поскорее попробовать мое изобретение. Выглядит, конечно, обалденно. Девчонки, пожелайте мне приятного аппетита. Я готова приступать. Ням-ням-ням. Как же ты неаккуратно ешь? Ханна, продолжай. Да что тут есть? У меня всего одно колечко. Что ж, попробуем. Хотя... Подождите. Как же я могла забыть про свой суперувеличитель еды? Пару секунд и готово. Вот таким колечком я смогу наесться. Оно такое огромное. Выглядит даже больше пончика. А еще оно очень вкусное. Ого, ну ты даешь, супер! Вау, интересно, что будет на этот раз. Вау, сколько конфет! А вот у меня всего одна штучка, облом. 10 конфеток очень даже неплохо, я рада. Вау. Вот это мне повезло, с ума сойти. Не хочу тебя отвлекать, но ты не против, если я начну первый? Спасибо. Как первооткрыватель, я постараюсь хорошенько распробовать ее и подробно рассказать обо всем вам. Вау, внутри шипучка. Бритни, ты это видела? Вау. Я еще ни разу не пробовала ничего подобного. Ого! Похоже, у меня во рту настоящая вечеринка. Класс! Кто следующий? О, чур я. Я очень люблю конфеты, а с шипучкой тем более. Как же здорово, что все они с разными вкусами. Вкуснятина! Ого! У меня внутри начинается настоящий фейерверк. Ой, ха, прикольно. Ну что ж, глядя на вас, я все больше хочу попробовать эти обалденные конфеты. Эй, а можно поаккуратнее? Девочки, простите, я просто очень увлечена процессом. Кстати, ко мне пришла чудесная идея. Я закину все мои конфетки в блендер и приготовлю из них сладкую посыпку. Вау, какая красота! Ну что, все готовы увидеть настоящее шоу с шипучкой? Готовы? Тогда я начинаю! Ой,
Вот это да! Это было мощно! Да уж, супер! Ой, ну вот, мне досталась всего одна куриная ножка. Но одна все же лучше, чем ничего. Попробуем. Какое же это объедение? Ой, кажется, курочка оказалась острой. У меня во рту все горит. Спасите, девочки! Ой, спасибо. Так намного легче. А как же мне осилить целое ведро острых ножек? Мама. Ну ладно, я смелая, я справлюсь. Как бы тяжело ни было, я сильнее этих куриных ножек. Ой-ой-ой, кажется, сейчас рванет. Спасайся, кто может! Бедняжка, не бойся, у меня есть то, что тебе нужно. Ой, какой холодный! О, спасибо, лед помог. А вам не кажется, что становится холодно? Ой, мне кажется, я переборщила. Надо скорее растопить, Кейт. Курочка поможет. О, благодарю. Стало теплее. Ну что, Ханна, ты следующая. Да, кажется, вы правы. Не знаю как, но я это сделаю. Поехали! Пока очень даже вкусно. Ой, ай, мамочки! Готово! Я же говорила, что я справлюсь. Ой! Ты в порядке? Да, то есть нет. Ой, ой-ой-ой. Пока! Какое облегчение! Погодите, я что, на Северном полюсе? А-а-а! Большое спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на наш канал. Ну а пока-пока и до скорой встречи!